спортивно-патриотический марафон «Зерница». Взломай меня, если сможешь. Жизнь с искусственной почкой. Всем привет! В эфире «Универ Ньюс», а в студии Кристина Отекина. В Казанском федеральном университете стартовало 9-месячное обучение в рамках проекта «Цифровые кафедры». Порядка 2500 студентов повысят квалификацию и получат новую профессию в сфере информационных технологий. Цифровые кафедры созданы в более чем 100 российских университетах. Участник программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». Наибольшей популярностью программы переподготовки пользуются у студентов Института международных отношений, Института управления экономикой и финансов и Набережно-Челнинского института. Сборка автомата Калашникова, надевание противогаза, подтягивание на перекладине и метание ножей. В Казанском федеральном университете стартовал спортивно-патриотический марафон «Зерница». Все подробности в следующем сюжете. Проверка нормативов студентов всех подразделений Казанского федерального университета проходит ежегодно. В этот раз формат мероприятия иной. Все происходит в рамках спортивно-патриотического марафона «Зерница». Спортивно-патриотический марафон – уникальное событие в жизни университета. Мероприятие приурочено ко Дню воинской славы России. На торжественном открытии напутствие студентам дал проректор по молодежной политике и воспитательной деятельности Казанского федерального университета Ариф Межведилов. Помимо этого, первокурсников поприветствовали доцент кафедры охраны здоровья человека КФУ Наиль Салихов и руководитель проекта Антон Бабаев. Более 150 студентов собрались в стенах культурно-спортивного комплекса «Уникс», чтобы принять участие в марафоне. К примеру, Кирилл Гумиров пришел на «Зерницу» как представитель Института социально-философских наук и массовых коммуникаций. Студент признается, как только услышал о мероприятии, решил, что это отличная возможность найти новых знакомых и просто интересно провести время. Представления особо нет. Я ожидал, что выложусь на полную. Подготовился, специально пришел. Заряженный, разогретый. Среди станций состязательной программы сборка автомата Калашникова, надевание защитного костюма, противогаза, подтягивание на перекладине и стрельба из пневматической винтовки. Большая часть участников так или иначе связана со спортом. Кто-то занимается им профессионально, кто-то еще со школьной скамьи участвует в спортивных и военно-патриотических мероприятиях. Я в школе занимался этим, в принципе. Ходил на олимпиады всякие по ОБЖ. Занимал призовые места, вот мне понравилось, заинтересовало и решил сюда прийти, принять участие. Помимо основных станций, участники смогли посетить мастер-класс по метанию ножей, а также попробовать свои силы на практике. По результатам марафона победу одержала команда Института международных отношений. Второе место в турнирной таблице заняли представители Института информационных технологий и интеллектуальных систем. Третье место заняла команда Института вычислительной математики и информационных технологий. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универ Ньюс. История нефрологической службы на базе 6-й городской больницы, которая вошла в состав униклиники Казанского федерального университета, очень давняя. Это одни из первых отделений нефрологии и заместительной почечной терапии, открытых в Советском Союзе в конце 60-х годов прошлого века. На базе этих отделений многие годы проводится подготовка врачей в области нефрологии. О том, как специалисты долгие годы продлевают жизнь больных, смотрите далее. Каждый десятый человек в мире имеет заболевание почек, согласно первому глобальному отчету о распространенности почечных заболеваний. В отделении нефрологии университетской клиники Казанского федерального университета пациенты с почечной недостаточностью получают гемодиализное лечение. Это процедура, которая позволяет очищать организм пациента с нарушенной работой почек от токсинов и лишней жидкости. При острой или хронической почечной недостаточности почки не способны выводить воду и продукты обмена, поддерживать стабильный уровень электролитов в организме. В этом случае прибегают к диализной терапии. Нужно из организма забрать кровь, провести через фильтр, через аппарат искусственную почку и вернуть обратно в организм. Чтобы забрать кровь из организма, нужен хороший сосудистый доступ. И устанавливается либо временный, либо постоянный сосудистый доступ. Это может быть либо временный сосудистый доступ, это катетер, или артериовенозная фистула. Это уже постоянный сосудистый доступ. И уже в зависимости от того, от срочности необходимости начала гемодиализа, пациенту устанавливается сосудистый доступ, он приходит к нам на процедуру. Пациент ложится,
и через магистрали кровь от пациента забирается, проводится через специальный фильтр, который подбирается специально под пациента. Через этот фильтр происходит очистка. Также посредством установки определенных параметров на самом аппарате может удаляться лишняя жидкость из организма. И уже очищенная кровь возвращается обратно в организм. Гемодиализ проводят при острой и при хронической почечной недостаточности. В первом случае у пациента происходит внезапное острое почечное повреждение. На ранних стадиях лечение проходит с помощью консервативных методов, используя медикаменты, таблетки и капельницы. А если функция почек сильно пострадала и уровень шлаков в организме сильно превышает норму, то врачи прибегают к лечению на аппарате искусственная почка до тех пор, пока функция почек не восстановится. При отдельных формах хронической болезни почек может произойти полное угасание их функции. Почки не выводят достаточное количество жидкости из организма. Когда идут признаки уже клинической интоксикации, тошнота, рвота, неконтролируемое повышение давления, которое не коррегируется таблетками, то тогда может потребоваться как раз проведение хронического программного гемодиализа. И такие пациенты, они получают гемодиализ уже пожизненно. То есть 3 раза в неделю по 4 часа приходят к нам сюда на процедуру гемодиализа. Одна из проблем у пациентов на гемодиализе – это нарушение водного баланса. Чтобы правильно определить так называемый сухой вес пациента, врачи униклиники КФУ используют аппарат Body Composition Monitor – монитор состава тела. Он позволяет определить содержание лишней воды в организме. Наши пациенты знают, что они от сеанса к сеансу не могут пить достаточно большое количество жидкости. У них бывает, что практически нет мочи, они не мочатся. И, соответственно, ту жидкость, которую они от процедуры к процедуре потребили, с едой, с водой, эту жидкость забирает из их организма аппарат. И за процедуру можно забрать не более 5% от массы тела человека. Отделение нефрологии униклиники Казанского федерального университета – это единственное отделение в Казани, которое оказывает специализированную нефрологическую помощь жителям города. Здесь представлены все современные методы диагностики и лечения болезни почек. Пациентам, которым требуется проведение острого гемодиализа или начало хронического гемодиализа, мы начинаем здесь. Мы их из тяжелого состояния выводим, нормализуем их состояние и потом уже переводим в другие амбулаторные центры города Казани. Есть амбулаторные центры, где пациенты просто получают процедуру гемодиализа. Жизнь на гемодиализе – это достаточно продолжительный процесс. Пациенту предстоит приучить себя к мысли о постоянной совместной работе с врачом и диализной командой, а также освоить самоконтроль в междиализный период. Очень важно следить за весом, рационом, знать о действии каждого назначенного лекарства и уметь оценить критичность любой ситуации. Алина Красильникова, Фарид Захитуглы, Универньюз. Хакеры с каждым разом совершенствуются в своем мастерстве. На днях вновь появилась информация о новом способе взлома телефонов граждан. Подробнее смотрите в сюжете. Недавнее заявление создателя социальной сети Telegram Павла Дурова вновь заставило усомниться в своих гаджетах граждан всех государств. Речь идет о том, что хакеры могут получить доступ к содержимому телефона, где установлен WhatsApp. По словам Дурова, это стало возможным благодаря проблеме в системе безопасности, раскрытой WhatsApp на прошлой неделе. 2 критические уязвимости, которые относятся к более старым версиям программы для телефонов Android и iPhone. Отметим, что подобные проблемы с системой безопасности мессенджера случались с 2017 по 2020 год, а до 2016 года в WhatsApp вообще отсутствовало шифрование данных. Те угрозы, о которых говорится в этой новости, они связаны с тем, что через безопасное фактически приложение WhatsApp, то есть в самом WhatsApp нет, очевидно, как бы таких скрытых каких-то скриптов, можно запустить выполнение такого кода, который может дать доступ к самому WhatsApp. Ну, а, соответственно, что значит доступ к WhatsApp? Это перехват соединения, сообщений. Или это, например, доступ к файлам или доступ к галерее. Все, что хакеру нужно сделать, чтобы получить доступ к вашему телефону, это отправить вам вредоносное видео или начать видеозвонок с вами в WhatsApp. Дуров уверен, что не спасет устройство и обновление приложения до последней версии, потому что считает, что и там уже существует новая брешь в системе безопасности. Обывателю может показаться, что данное заявление всего лишь заговор против конкурентов. Однако создатель Telegram отметил, что не нуждается в дополнительном продвижении, так как имеет более 700 миллионов активных пользователей. Еще по 2 миллиона человек
человек каждый день устанавливают это приложение на свои устройства. Хакеры могут получить доступ к телефону через приложение, через разрешение этого приложения. То есть первый важный момент – это то, что как бы устанавливаемое приложение, оно само по себе получает разрешение на совершение определенных действий, там доступ к файлам, доступ к галерее и так далее. Но на самом деле сами приложения, они контролируются той платформой, на которой вы их размещаете. То, что разработчики размещают на платформе там, App Store или Play Market, оно проверяется этой платформой с точки зрения отсутствия там каких-либо уязвимостей. Для полноты картины стоит вспомнить историю хакерской атаки на смартфон исполнительного директора Amazon Джеффа Безоса. Сам инцидент произошел еще в 2018 году, но огласку получил только сейчас. Удалось выяснить, что взломать мобильное устройство могли при помощи вредоносного видеофайла, отправленного через WhatsApp. Предполагается, что злоумышленникам удалось получить большой объем конфиденциальной информации всего за несколько часов. Однако, что именно оказалось в распоряжении хакеров, не сообщается. В конце сентября разработчики мессенджера WhatsApp сообщили о критической уязвимости в недавних версиях мессенджера для смартфонов iPhone и других гаджетов, работающих на Android. Однако разработчики заявили, что устранили обе бреши в безопасности мессенджера в новых версиях мессенджера 2, 22, 16, 12 для iOS и Android. Карина Саяхова, Универньюз. В Химическом институте имени Бутлерова состоялась экскурсия для школьников из города Нижнекамск. Сотрудники университета продемонстрировали гостям лаборатории и оборудование, с которыми работают студенты и преподаватели, а также рассказали о деятельности института. В Томском институте химии и нефти Российской академии наук озвучили результаты выступления молодых исследователей на 12-й международной конференции химии, нефти и газа. Студентка 3-го курса Химического института имени Бутлерова Анна Лунева стала обладательницей диплома 3-й степени в секции увеличения нефтегазоотдачи, подготовка, транспорт нефти и газа. На этом все. В студии была Кристина Отекина. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!